Владимир Данилец и Владимир Моисеенко. Алло! Алло, Куб! Риша, выйди на минутку! На минутку выйди! Привет, Колян! Ё-моё, чё это у тебя? Это сестра жены Люська приехала на Новый год с Тиком. А, так ты нянчишься теперь? О, молодец, смотри-ка, мордатенька. Да нет, Гриша, я к тебе по делу. По делу я готов. Я готов, по делу. Давай, пока моя кобра там. Посмотри, на кого похоже. Ничего. Похоже, спрашиваю, на кого? Кто? Картинка из лото. Ведь я спрашиваю, на кого похоже? А что это ты меня спрашиваешь? А кого мне спрашивать? Так, знаешь что, Коля, ты прекращай вот это вот. Иди сюда. Не пойду. А ты чё? А ты чё чужим детём пугать из-за угла? Да чем тут пугать? 5 кило живого веса. А, 5 кило, это 5 кило в тротиловом эквиваленте. Да что же тебе его под дверь кладу? Посмотри, на кого похоже! На кого? Не знаю. Так а что ты его гокаешь, придурок? А что так спрашиваешь, придурок? Так, Гришенька, еще раз внимательненько сосредоточься и посмотри, на кого похоже. Ну? Похоже. На кого? На Гошу Куценко. Чем? Тоже лысый мальчик. Это девочка. Да что ты его так телепаешь, что оно ж квакает? Или что, как чужое, так не жалко, да? А вдруг решение чужое? А вдруг это моя кровинка? Подожди, Коля, я не... Так это ты за себя переживаешь? Ё-моё, Коля, а чё ж ты так пугаешь-то, друг называется? Я ж 15 молитв вспомнил, а не знал ни одной. Ты чё так волнуешься? А чё ты просил меня с Люськой быть гостеприимным? Я старался. Спал. Коля, вот ей-богу, ну что я там спал? Подумаешь, я спал. Спал я там, подумаешь. Спал я. Вздремнул. 2 раза. Люська, вот Люська, говорила, ты лучший. И тебе. Гриша, надо так было воспользоваться нашей доверчивостью. Скажи, как нехорошо. Слышь, Коля, кум, а ты это, глянь на него внимательно. Оно ж на меня не похоже. Не знаю. Пузыри пускает, как ты в конце пьянки. Слышь, тоже мне нашел приметы. Слушай, а где вообще Люська, а? Люська, дома с детьми сидит. А? У нее же еще двое. Еще двое? Да. Господи, да что ж ты, одну Люську, что ли, призвал плодиться и размножаться? Так чего ты орешь, дитё разбудил? Да ты чё, ё-моё, ёлка, а что ж делать, а? Можешь ее покормить? У тебя что, грудь есть? Нет, но можешь у кого-то одолжить. Так, давай лучше пой. А, Петя, а? Петя, а о чем? Ну, о чем, о хорошем, о чем? Рюмка водки на столе. Гриша, чего мы паримся? Че? У Люськи ж муж есть. Кто у Люськи есть муж? Вот это номер. А где же он, сволочь, такая был, когда Люська по гостям шлялась, а? И кто у Люськи муж? Охотник. Все, Коля,
висеть нам трофейными тушками на рогах этого мазилы. Идем лучше сразу на табурет. Вешаться? Нет, блин, стишки рассказывать. Гриша, ну, может, пронесет. Так, Колечка, слушай меня, деточка, ты внимательно слушай. Слушай, значит, ты не знаешь меня. Не знаю. Мы с тобой не знаем Люську. Люська не знает твою жену. Твоя жена не знает нас. Все, понял? А что же это? Эти все незнакомые люди пили у меня целый месяц. Когда? В мае. Так какого мая, Коля? Мы с Люськой пили в апреле за встречу. В июне на пасашок. Мая в этом году не было. Как не было? А что ж было? Декабрь был. Подожди, Коля. А? Коля. Что? А ну-ка скажи мне, сколько будет 3 плюс 2? Ну ты задачки ставишь. 7 или 29? Много. Коля, значит, объясняю для особо догадливых. 3 плюс 2 это 6,5 максимум. Коля. Оно не наше. Ла-да-дай-да-да-дай-дам. 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 Лиша, момент! Никаких моментов. Лиша, китаец! Что китаец? Боже, Люски, китаец! Да. Китай тут точно не участвовал. Не его. Так что получается? Получается, что Люська нам с тобой изменил? Бессовестная! Это что ж получается? Что мы теперь все втроем? С рогами? Гриша, а тебе идет. В зеркало на себя посмотри. И где это, интересно знать, этот наш китайский вожак стада? Хунями. Кто? Или хуньвами. Ну, я уточню. Так, знаешь что? А? Вот пока эта улика у нас в руках, а ну-ка идем сейчас к Люське разберемся. Гриша, нельзя. Почему это нельзя? Гриша, Люське нервничать нельзя. Да ладно, подожди, то есть, надругаться над нашей честью можно, а разбираться нельзя? Беременная она. Опять? Постоянно. От кого? Коля. А? Хуйням. Ты пока уточни, а я пойду оливье дорежу. Ага, лучше я тебе помогу. Коля, давай, Коля, Вали! Коля, вали. Лучше уточни оливье. Спасибо. Спасибо, с Новым годом. Спасибо, с Новым годом. Спасибо.